Атомный ледокол «Музей Ленин» после ремонта станет арктическим выставочным центром и вернется на прежнее место стоянки у причала Мурманского морского вокзала. Такую задачу ставит перед собой Атомфлот и правительство области, где состоялось заседание попечительского совета и учредители некоммерческой организации «Фонд поддержки атомного ледокола «Ленин». За 4 года легендарное судно посетило свыше 125 тысяч человек. Сейчас «Ленин» находится на ремонте. Каюты планируют переоборудовать в отдельные залы экспозиции. Также на совещании говорили о создании к юбилею Мурманска аллеи славы морякам-героям, которые внесли вклад в развитие Арктики.